Добрый день, я эксперт по технике группы компании УБР, меня зовут Дмитрий Шинкарев, и мы находимся на выставке «Золотая Нива». Хотел бы вам представить и рассказать о преимуществах нашей техники. В данном случае мы представляем и являемся официальным дилером компании по производству плугов и глубокорыхлителей «Alpler». Это один из самых лучших производителей техники, один из старейших, опытнейших. Что бы хотелось бы рассказать о данном плуге? Во-первых, это абсолютно универсальная, мощная машина. Что мы говорим в данном случае под универсальностью? Мы можем предложить вам плуг любой, начиная от 3 корпусов и заканчивая 10 корпусами. Есть определенные интересные особенности, которые не присутствуют у большинства конкурентов производства отечественных заводов. Что это за интересная особенность? Первое, что хотелось бы вам показать, это в данном случае это не является уникальным, но преимуществом является. Это у нас возможность отстегнуть один корпус абсолютно на каждой модели. Для чего мы это делаем? Бывают различные ситуации, когда вы купили себе технику, она подобрана абсолютно правильно, правильному трактору, он отлично работает. Но согласитесь, у каждого есть определенные поля, которые либо долго не обрабатывались по определенным причинам объективным, либо наоборот они обрабатывались, но были использованы, к примеру, для животноводства, где очень сильно укрепился дерн, почва переуплотнилась, и ваш трактор уже на заданную глубину, где обычно он работает, уже не может справляться. В данном случае мы рекомендуем отстегнуть один корпус и спокойно дальше продолжать работу. Следующее преимущество. Кроме того, что вы можете отстегнуть корпус, если у вас трактор по каким-то причинам не тянет, на выбор механизатора и агронома вы можете абсолютно легко поменять ширину захвата. Ширина захвата меняется абсолютно элементарно. Здесь у нас есть 4 отверстия с тарированной разметкой 35, 40, 45 и 50 сантиметров. Переставляя болт в обозначенные отверстия, изменяется угол атаки и ширина захвата в данном случае каждого корпуса. Когда мы говорим с вами о преимуществах с точки зрения именно мощности, мы можем с вами сходу показать, смотрите, какая толстенная рама. Если мы поставим просто палец большой, в данном случае, смотрите, в 2 раза больше толщина стойки, чем пальцы. При этом, если мы посмотрим на характерный профиль данной стойки, то мы увидим, что она, помимо того, что очень толстая, мощная, она еще и кованная. Никому не надо объяснять, чем ковка дополнительно. Это идет поверхностное упрочнение металла, которое позволяет повысить прочностные характеристики и без того абсолютно мощной стойки. Каждая стойка проходит на заводе термическую обработку. Помимо ковки, она еще проходит закалку поверхностную. Чем это классно? Получается, у нас верхний слой получается переуплотнен за счет ковки, плюс сверху еще накладывается поверхностная закалка. Получается, у нас верхние слои очень мощные и прочные, а внутренние слои остаются мягкими. Поэтому в данном случае у нас сочетается и твердость, и мягкость, позволяющая работать по всем почвам, без исключения данной стойкой. Да, в данном случае плуг оборудован срезным болтом. Срезной болт нужен для чего у нас с вами? Для того, чтобы если у нас стойка с рабочим органом наехала на какое-то препятствие, неважно, это был там крупный камень, там много корней деревьев и так далее, чтобы вы не повредили ни раму, ни какие-то другие элементы плуга, в том числе расходные материалы, у нас происходит срез срезного болта, задняя стойка, на которой это произошло, поднимается, обходит препятствие. Естественно, механизатор начинает чувствовать, что сопротивление при работе трактора упало. Он спокойно возвращается, берет из запасных деталей зипа новый срезной болт, вставляет и продолжает свою работу. Но в большинстве случаев, особенно в наших сегодняшних реалиях, когда есть определенные сложности с квалифицированной рабочей силой, в том числе с отсутствием дополнительного времени на проведение данных манипуляций, пускай она достаточно просто меняется срезной болт, но все равно это затрачивается определенное время, это надо остановить трактор, выйти из него, перевернуть, в данном случае стойка, на которой сработала
верхнее положение, спокойно поменять и тогда продолжать работать. Для таких целей вы у нас можете выбрать опцию гидравлическая защита, то есть так называемая в простонародье нон-стоп работа. При наезде на препятствие, где стоят дополнительные гидроцилиндры, при наезде на препятствие с тарированным усилием, на сегодняшний день это порядка 1 тонна на каждую стойку, срабатывает гидравлическая защита, стойка поднимается. Дальше никуда не надо выходить, проходит буквально там 5 секунд, и стойка обратно, сама гидравлика возвращается в рабочее положение. Это так называемая работа нон-стоп. Никаких остановок, ничего делать не надо, продолжаете работать, пулк проходит в рабочее положение автоматически после сработки. А почему мы с вами говорим, что это абсолютно универсальный плуг? Потому что мы, по вашему желанию, можем его комплектовать абсолютно любыми опциями и рабочими органами. Что мы подразумеваем с вами под возможностью комплектации различными рабочими органами? В данном случае мы на выставке выставляем, на мой взгляд, самую правильную комплектацию любого плуга на самом деле. Это перьевой отвал. В чем в данном случае преимущество этого перьевого отвала по сравнению с обычными сплошными отвалами? Поскольку, как вы можете заметить, рабочий орган состоит из 4 независимых, отдельно закрепленных крыльев, так называемых, которые, помимо того, что упрощают и удешевляют возможность замены, потому что одновременно не выходят из строя никогда. То есть бывает максимум, там, обычно самая нагруженная нижняя часть в данном случае, она обычно берет на себя самую большую нагрузку с точки зрения и сопротивления почвы, и с точки зрения постоянного контакта. И, соответственно, и стирается, и выходит из строя. Остальные, условно, особенно верхний, условно, почти вечный, не выходит из строя. В данном случае в чем именно преимущество перьевого отвала? Как вы видите, в отличие от сплошного, у каждого есть зазор, что позволяет, особенно на тяжелых, липких и переувлажненных почвах и залежных, особенно землях, где присутствует много дерна, крайне эффективно крошить землю, оставляя после себя идеально подготовленную, практически не требующую, за редким исключением, дополнительной обработки иными агрегатами. Получается абсолютно ровное, качественно заделанное поле. Но для того, чтобы добиться, с учетом всех этих нюансов, идеальной заделки и обработки поля, вам необходимо выбрать правильную комплектацию. Что мы говорим именно правильной уже комплектации? В базовой комплектации у нас абсолютно на всех плугах, вне зависимости от комплектации типа отвала, в данном случае перьевой, либо сплошной, когда он идет, у нас везде присутствует углосним. Для чего нам нужен углосним? В данном случае углосним используется с точки зрения технологии для улучшения подворачивания земли и, соответственно, улучшения заделки, в том числе пожнивных остатков и так далее. Но в данном случае это не все варианты, опции, которые могут быть, и они крайне остальные в том числе важны для понимания. Потому что если вы работаете особенно по залежным землям, либо по землям, где долгое время выращивалась кормовые культуры, в частности, там трава какая, где получилось очень много дерна, то мы крайне сильно рекомендуем выбирать дополнительную опцию. Это предплужники. В данном случае они у нас здесь не представлены. Они отдельно крепятся на специальных кронштейнах на раму. Они находятся в самом начале, немного перед основной частью отвала. Для чего нужен предплужник? В данном случае он подрезает предварительно почву. В данном случае, если мы с вами говорим, где он будет особенно эффективен, это по дерну, если особенно работать. Он его подрезает и начинает подворачивать. Причем подворачивает его в самую нижнюю часть, соответственно, улучшается заделка. Вы получаете минимальное количество сорняков, потому что он ложит на дно борозды, в данном случае именно верхний слой дерна. Он отлично работает с точки зрения перегнивая, дополнительно удобрение получается натуральное, когда перегной происходит в почве. Для дальнейшего роста растений даются дополнительные, условно, бесплатные удобрения. В данном случае это еще в том числе не все опции, которые предлагаются, и данные опции на сегодняшний день являются уникальными
на отечественном рынке. Ни один отечественный производитель техники на территории Российской Федерации и в том числе дружественной страны Республики Беларусь не устанавливает такую опцию, как сзади у нас идет специальный диск, который в конце у нас прорезает почву. Это опять же для чего нам очень важно, потому что в данном случае при работе по залежным землям и по дерну это является дополнительным опцией, которая позволяет именно качественно заделать и произвести обработку к посеву земли. Если вас заинтересовала стоимость, внизу у нас будет ссылка на наш сайт. Переходите, задавайте вопросы, узнавайте стоимость. В том числе мы присутствуем в телеграм-каналах, в ВК. Подписывайтесь на нас, будете получать самые последние новости первыми. Оставляйте ваши вопросы и замечания, не останутся без ответа, будем вас ждать. Спасибо за внимание, до новых встреч.